По всей стране ветераны Второй мировой, а в Украине их осталось около 60 тысяч, готовятся к 9 мая. С наступающим праздником, Днем Победы, их поздравил украинский премьер. С участниками войны Владимир Гройсман встретился сегодня в Кабмине. Он поблагодарил их за храбрость и стойкость, а также за восстановление страны после окончания Второй мировой. Что то, что вы створили, є основою, фундаментом, що скільки років руки не доходили до цих справ, до цих питань, і воно все тримається на тому, що ви себе створили. Ви і ваше покоління, і ваші колеги, і друзі, і сучасники ваші. Тому я ще раз хочу привітати всіх з великою перемогою. Хочу побажати нам мирного неба.